Я вас приветствую, дорогие зрители. Продолжаю свою работу. Соболезную всему народу Турецкой Республики. Также всем, кто пострадал от этого землетрясения. Продолжаю работу. Так, дорогие зрители, в районе Тосмор, около речки Дим и около моря продается квартира 2 плюс 1. Секунду, друзья. Здесь прогулочная зона. Там подземный проход к морю. И прогулочная зона где-то 900 метров в той стороне. Кестель, район Кестель. Тоже прогулочная зона. Там зона барбекю. Даже апельсинчик установили, ресторан свежий сок. Покупать там. Вот это проект. Там продается квартира на втором этаже. В той стороне тоже есть ресторанчик у речки. Можно сесть, выпить чай, покушать что-нибудь. Два прохода. Один отсюда проход к морю, один с той стороны. Здесь открытая парковка. Хорошая территория. Проект был сдан в 2005 году. Там также открыта парковка. Также проход около этого здания напрямую к подземному проходу. 100 метров до воды. Отсюда 70 метров, 50 метров до дороги. Так, покажу территорию. Состоит проект из трех блоков. Айда 250 лир. Как мы эту квартиру продавали, просто мы уже полтора месяца назад, по старой цене продаем эту квартиру. Цены сейчас поднялись, очень выгодное предложение на данный момент. Тоже это понимали. Есть бассейн, который функционирует летом. Зона барбекю. И речка, калитка открыли, вышли к речке. Все в шаговой доступности. Сеть магазинов BIM, сеть магазинов Migros. Шок, сеть еще есть, маркет рядом, фруктово-овощные магазины. 100 метров, вот если так идти, в сторону банкомата Тосмора. Заметили, да? Все. У берега реки. В этом же здании продается квартира. Сейчас я поднимусь наверх. Что хотел сказать, добавить, что покупатель не смог найти деньги, но вот сейчас стараемся уже перепродать по старой цене, а то сейчас цены уже выше 160 тысяч евро. Так, лифт. Вошел я в квартиру, прихожая. 2 плюс 1 под ключ. Спальня у нас 12,5-13 квадратов, 14, мало, помню, не помню. Мы отмеряли, все измеряли, хотели полностью ремонт сделать. Так, здесь один балкон здесь у нас, смотрит на соседнее здание. Это закроем. Так. Высота потолка 265 сантиметров. Общая вся полезная площадь у квартиры 88-90 квадратных метров. Это точно, потому что мы уже отмеряли. Один санузел большой, не маленький. Это все из мрамора. Накопительная система фирмы Demir Docum. Душевую кабинку можно увеличить вот так. Здесь поменять. Это у нас вторая спальня. Сторона западная. Там и тут. Тут у нас 11 квадратных метров. Можно установить ламинат во все квартиры.
И вот гостиная комната, совмещенная с кухней. Холодильник фирмы БК. Неплохой вид с квартиры. Тут балкон застекленный. Тут однослойное окно. Стекло можно поменять на двуслойное, чтобы не было холодно. Вот вид с балкона на бассейн и на территорию. Эта дверь уже не закроется. Балкон не маленький. Подходит под ВНЖ, открытый район. У речки, у моря, супер локация. Это самая супер локация, лучше нету. Рядом в проекте вот евро, которая там рядом была серия около моря, там 2 плюс 1 450 тысяч евро стоит, чтобы понимали. Вид на речку, отсюда я глазами все видно вот так. Даже нет, еще больше вот так. Вот так все видно. Видно на деревья, на пальмы, на бассейн. Такая интересная квартирка. Цена уже на данный момент 140 тысяч евро. Дорогие зрители, звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Мы работаем на комиссию, и заработанные комиссии мы также будем отправлять поддержку в зону происшествия. Снова соболезную народу, да, тем, кто пострадал в этом катаклизме. Всем пока-пока, дорогие зрители, звоните.